Друзья, что не сделаешь ради контента и ради своих подписчиков и вообще для создания интересного видео на часах. Сейчас мы сфокусируемся. 3:51 утра. И мое новое приключение и помощь одному моему очень хорошему товарищу. Будет два видео. Будет, соответственно, распаковка и хендзон. Скажем так, первый взгляд Galaxy S8 на 64 гигабайта черный. Ну, а сейчас вы смотрите влог в стиле, скажем так, влога. Сейчас я вот возьму вот этот стабилизатор и прикреплю смартфон. Ну и плюс ко всему, это еще и тест камер. Камер, да, не камеры, а камер Honor 9, который я сейчас активно тестирую. То есть запись ведется 4К. 30 кадров в секунду, вроде как я понял, да? И, соответственно, вот на этот гимбал я прикреплю сейчас этот тестируемый смартфон. Ну и просто приятного, скажем так, просмотра. Ставьте свои оценки и вообще пишите в комментариях. Примечательно то, что в названии, скорее всего, будет написано, что купим Galaxy S8 оригинал, не восстановленный, полностью новый в России по цене eBay, скажем так. Стоит это порядка $650, да, недешево, но сейчас самая оптимальная цена. Так вот, собственно, да, для Сергея с канала, по ссылке для Сергея, скажем так, из Китая, вы знаете, у него канал есть, я многие, думаю, смотрели ранее. Сейчас он на канал немножко подзабил, потому что немножко другие интересы, не так часто выходят видео, но он признался не так давно в нашем чате видеоблогеров, что его порядком подзадолбали смартфоны из Китая в плане компании Xiaomi. Я не категорически плохо отношусь к этим смартфонам, вообще к компании в целом. Просто действительно, если люди думают, что смартфон стоимостью, ну пускай будет $200, будет точно таким же крутым, как смартфон стоимостью 700, 800, 1000 и больше долларов, то вы, наверное, немножко заблуждаетесь, потому что кто так думает, тот, соответственно, не представляет, какие инновации, какие технологии используются производителем и почему это стоит так. Да, вы сейчас скажете, Паша, iPhone X, он же iPhone 10, в себестоимости, на этой неделе вышла информация, стоит порядка $370, а продают его в 4 раза дороже. Ну, эта компания Apple, это исключение, она всегда умела продавать вещи в 4 раза дороже, может быть, даже и в десятки раз дороже. А я вообще, конечно же, считаю, что A-бренды, ну, никак пока еще не могут сравниться с брендами из Китая, даже такими именитыми, как Xiaomi, Meizu, Huawei, если быть честным, тоже, хотя Huawei набирает очень большие обороты, вот, то есть такая ночь, вот так вот это все выглядит со стороны, то есть вам красивого пейзажа ночного моего города. Так вот, бренд, соответственно, Huawei, он, ну да, он занимает лидирующие позиции по продажам своей техники, в том числе и смартфонов, но все равно он продается не так хорошо, точнее, даже он, может быть, продается и хорошо. Качество, оно непременно одно из лучших в мире, но все равно, если выбирать флагман Samsung или флагман Huawei, то я лично выберу Samsung. Как-то так. В общем, это влог. Приятного просмотра. Ну и налейте там себе чаечку, кофеечку. Это фронталочка Honor 9. Я думаю, что не так много тестов в ночном режиме
абсолютно никакой подсветки, есть только, я иду по практически пустынной улице в 4 утра, да, 3:57, и, соответственно, только вот когда попадает в свет, представляете, да, какая каша на видео, я похож на какого-то монстра из леса, я при дневном-то свете не слишком симпатичен. Ладно, все, поехали. Я еду в другой город. Опять помогаю, соответственно, своему товарищу. Поехали. Насмотрелся канал «Чудо техники». Блин, прикольно там ведущий с его прикольной фразочкой, точнее, словечком. Ребятушки, смотрите. Это, собственно, тест без стабилизатора. До этого были фрагменты со стабилизацией, то есть ночью, конечно же, на Honor 9 видео приемлемого качества вы не получите. То есть вы понимаете, да, если я останавливаюсь, в принципе, можно что-то вытянуть. Но надо еще понимать, что Honor 9 и вообще в последних практически всех моделях компании Huawei есть Pro-режим, и в том числе Pro-режим видео. Я уже предварительно послушал кусочки, фрагменты того, что уже записал, и меня устраивает звук. Ну что ж, продолжаем это путешествие в город Санкт-Петербург для того, чтобы купить оригинальный, не восстановленный Galaxy S8 по цене eBay. Днем эта аллейка немножко покрасивее, но все равно это переизбыток СССРовского прошлого, потому что, ну, посмотрите, в каком состоянии. Даже уже с учетом новой положенной плитки, соответственно, вот так вот. Еще раз, без стабилизации, Honor 9, режим 4К, 30 кадров в секунду, автоматические настройки, соответственно, смотрите сами. И оценивайте, какое качество видео вы получите с помощью Honor 9. События ночного поезда всегда некое таинство рождения нового пути. Я даже остановлюсь, потому что я реально понимаю, что сейчас буду совсем неприятно смотреть. Вот, соответственно, вокзал того города, где я живу. Соответственно, едет поезд. На часах 4:20 утра на часах. Надо тапнуть, но у меня обе руки заняты. Watch her murder it. We make a lot of noise.
Погода в Санкт-Петербурге, как всегда, радует. Радует своим моросящим дождем. Но это не беда, потому что мне осталось пройти чуть меньше, чем полтора квартала. Ну и, собственно, цель поездки, приобретение Galaxy S8 оригинал не восстановленный, повторюсь, в некоторый раз. Именно не восстановленный по цене, скажем так, eBay. Вы можете купить такой в eBay, на eBay, а можете купить такой, соответственно, у меня. Ё-моё. По деньгам это 40 тысяч рублей, соответственно, плюс пересылка по России. Это на 10 тысяч рублей дешевле официальной цены, рекомендованной и продающейся в розницу в России. Собственно, какие пока впечатления? Тут видеоряд наложен, все дела. Поезд, ответственность за деньги. Это все не очень, скажем так, легко дается. Поэтому вы должны это понимать и ценить. Вообще флагманы Samsung одни из самых популярных. Сейчас это самый популярный контент на моем канале. Собственно, поэтому заморачиваюсь записью всего этого. Если говорить вкратце, то ситуация следующим образом складывается. Смартфон я проверил, вскрыл, никаких видимых повреждений нету, у него действует официальная гарантия от магазина в течение года. Ну, единственный нюанс, магазин, соответственно, привязан, точнее, гарантия привязана к магазину, а магазин в Санкт-Петербурге. Далее, что у нас по отправке? С деком сегодня столкнулся с такой штукой, у меня на канале есть видео, точнее, нету видео, но я отправлял моему знакомому в Читу, Саша, и, соответственно, телефон страховал. Теперь компания СДЭК не принимает страховку к телефонам. Ну, вообще телефон, говорит, нельзя отправлять, но мы отправляем, пишу, как оборудование. В общем, я заморочился там, позвонил на горячую линию, напряг очень, скажем так, многих людей. Многие мне постарались упаковать, соответственно, саму посылку в коробку с пломбой, саму коробку с пломбой, мешок с пломбой, для того, чтобы все это дело было более надежно и, соответственно, поехало Сергею Узбекскому. Так что, Сережа, обязательно отпишись как-то, что я свои обязательства выполнил, поэтому сейчас уже от меня ничего не зависит. Ну и это был, по всему видимому, еще и тест камеры основной и фронтальной, сейчас фронтальную сниму. Если на фронтальную снимаю Honor 9, камера, в принципе, ручешная, но, конечно, в полной цене. Любая камера смартфона будет превращать просто в кашу. Ну вот, собственно, друзья, и закончился данный разговор. Это такой хэнд-зон. У меня просто распаковка на ходу и демонстрация того, что это настоящие смартфоны. Ни в коем случае не восстановленные по цене eBay. Соответственно, уже в России. Кому-то надо, ссылочки будут в описании. Приобрести можно самостоятельно или на сайте, или просто написав мне, и я все подробно объясню. Так что ставьте оценки, если понравилось, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки. В любом случае, каким-то образом проявляйте свою активность. Я подготовил для вас гаднатулечки в виде интересных видосиков, поэтому совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Dicen que trabaja de triple, pero lo hace por la necesidad.